видите, вот эта кнопочка «Открытый мир». Давайте я сначала покажу. Вот у меня все персонажи. Давайте я каждым персонажем попытаюсь пройти по одному уровню. Это очень сложно. Это очень сложно. Реально. Он меня распилит. Это невозможно. Сдаваться я не хочу. Меня он почти уже распилил. Да ладно, я не хочу. Я сначала поспудил. О, я прошел за обычного камерамена, кстати, уровень. Сейчас открою Оль. Я как бы вам не хочу какую-то фигню показывать. Ну, за камераменом мы прошли, теперь следующий ТВ-мен. Сдох я. Короче, за этого мана я не прошел. Это типа за большого спикермена. Грязь, три. Это у меня побольше. Но мне больше. Ой, а он слушает колоссально. Ну вот, как бы он отлетел перед большим спейерменом. Да, посмотрим на камеру. Что, блин? А, камерамен большой. А потом будут вообще титаны. О, так это без меня вызывает довольно таки. Ну, сейчас покажу, как вот это, за вот этих разных персонажей. Хочу играть за всех персонажей. Все, большой камерамен достаточно легкий, хотя у него 1000 хп спасил. Тогда после большого Титан Спикермен. Я вам покажу, чем его сила. Именно вот это его сила. Это мой один из самых любимых. Только он какой-то кривой, какой-то хромучий. А вот он лесом сильнее Титан Камера. Ой, тоже своими бомбами себе хп бил. Ну, видите, в чем его сила? Только минус, что вот будем его так просто полететь. Ну, все-таки минус, что оно урон наносит. Давайте теперь дальше посмотрим. У нас будет Титан ТВ Мэн. Помните, какая была слабость у ТВ-мена? Теперь я покажу, чего ТВ-мен по сравнению с ним очень сильный. Потому что вот это, посмотрите. Посмотрите на этого красавчика. Посмотрите на этого красавчика. Блин, вот это скибиди меня забывало. Не надо инфа. Допустим. Мне как бы это насрать, самое главное снять обзор классный.
Вантузмен. Как я им буду проходить? А, ну это нас. Короче, Вантуз очень слабый, Вантуза надо улучшать, что Вантуз реально... Ой, вот этот красавчик. Хотя он все вот... Давайте и далее. С двух ударов вот этого босяру замочил. Вот это его настоящая сила. Ну, короче, давайте дальше. Или там будет камера Woman? Или что? Да, камера Woman. Если что, не почитую. Вот в чем ее хак. То, что у нее есть вот такие два пропеллера. Ну, давайте теперь за ТВ Woman. Вот по самой последней этого Woman. И это как раз босс. Блин, мне его показать. Блин, что тут 6 минут вам рассказывать? Мне нужно делать обзор на открытый мир вообще. Короче, я сейчас сдохну. И мне надо делать обзор на открытый мир лучше. Вот я уже открыл всех боссов, поэтому как бы не открыл, а убил. Теперь я вам покажу, как будет выглядеть, когда будет выглядеть открытый мир. Этих скибидишников за угол Короче, я вам еще не показал самую фигню, которая тут была. Вот в этой канаве будет скибиди человек будет в этой канаве, короче. Короче. Да задолбали вы! Посмотрите, я уничтожаю одного скибидишника, плюс 100 чипов. А я раньше получал в обычных уровнях за целый левел. Короче, в этой канаве будет... Ой. Как же вы меня задолбали обычные скибидисты. Даже хп не может... Кстати, вам не показал то, что тут хп будет ориентироваться? Да как же вы меня задолбали? Идите в жопу! Идите в жопу! Вы мне так пипец задолбали просто. Я, короче, от вас буду теперь просто убегать. Не забуду. Посмотрите, когда я захожу под низку вот эту штуку, вот так получается. Ну, вот так подлететь, но это временно, кстати. Поэтому это просто, чтобы сбежать. Давайте я вот эту пилу. Здесь вот эти маленькие книги подключаются. Или я пилу нормально спрятаю. Идите в жопу! Слабого они напали, когда я уже уничтожил. Слабого они напали, когда я уже уничтожил. Да как же вы меня задолбали! Идите в жопу! Короче, вот тут я могу, например, на крышу вот так ходить. Видите, там где вот это здание уже такое. Вот
А куда пропал, кстати, Скибиди? Ну, Скибиди разведчик у меня как-то тут он пляшет, ему ну, как-то тут нормально. О, вот Скибиди мутант. Здесь вот это... Ой, это Гидра ко мне идет, что мне же. Короче, я тут подлетел, где тут Скибиди. Ну там. А вот это Скибиди мутант с разведчиком. Ничего, у меня 200 хп, сейчас вот этого купаю, поможет взять прислужника. На 50 хп это уже маловато. Ой, 40 хп. Идите в жопу. Он сейчас они выходят из канала. Мне это не надо, мне надо, чтобы они в канале были. Мне надо, чтобы они, короче, были в канале. Чтобы я их тут замучил. Все. Я можем выходить. О, тут вот этот скибидист. Блин, мне... Я не люблю то, что вот я за этими скибидистами должен вообще почти... Что я за вот этим... А вот это довольно-таки сильный. Блин, не вовремя. В принципе, это поесть. Он у меня начал лагать. Это плохо, как бы. Ой, 5 хп. А их там трое. Как рельса, чего робот не ри... О, реген пошел. Ну, зато убил другого скибиди. Короче, я вот сейчас на балкон иду. О, наконец-то вот этот пришел на растерзание. У него мало хп. О, у меня тоже. Посмотрите, его унитаз стреляет. Его унитаз стреляет, алло. Все, минус один. Все. Вот так выглядит примерно... Нет. Ну вот эту гидра. Вот эта гидра. Вот сам Гиперколь говорил, что эта гидра очень устрашающая. Но она на самом деле легкая. Как надо прыгать, типа, будет экономиться. Мне надо как-то сделать удачную посадку. Все. Ой, блин. Все, как раз перед этой гидрой. Все, это гидра 0 хп. В принципе, эта гидра была довольно-таки легкая. Я думал, что это локация будет как-то не хп сносить, но нет. Я тут просто вот так хожу. О, видите там? Мне кажется, лучше того скибидиста у меня, что ли. Если вы видели того скибидиста, то у вас хорошая пан. Так. А кто это тут у нас там снизу? Я, короче, вот эти обессиленные.
помните, как он вначале, когда только начинал зачищать город, он сейчас всем помогал, и я не мог просто уничтожать там по 3 скибидиста, хотя у меня только 300. Короче, я иду сейчас наверх. О, как раз я его встретил. Надо будет заломать. Так сказать, встал для важной персоны. Оу, ноу! Откуда вы вылезаете, пацаны? Вы куда? Ну я очень много чипов получил, очень много. За каждого вот этого скибидиста дают 100 чипов. А нет, там какой-то дыровый скибидист. Вообще дело. Минута, хочешь я вам покажу, где будет самый последний босс? Нет, это не та площадь. Но какая-то поинтереснее. О, видите, как я близко к... Нет. Вы мену титану нельзя, видите, что там под картой? Не. О, one to the man! Ой, нет изменения. Я не нас. Ой, я через эту колонку провалился. Ну понятно. Будь. Ну. Я помню где-то вот тут. А, я понял. Что это за локация такая? Если что, вот когда вы выполняете квесты, там 5 миссий, то тогда вы тоже в открытом мире. Хочешь все рассказать? Какой у меня классный робот. Открылся за Джимана, но я не поняла. Да, все скибидисты. О, вижу этого. Вы видели его? Мне надо его как-то споймать. Все, в принципе, я его как-то там заточу. О! Ну все, как бы. О! Короче, я нашел тут скибидишника, пусть они меня убьют и посмотрим, что будет. Вы видели, что у меня там где-то 25 тысяч чипов было, где-то 25-30. Я понял, что с этими чипами буду делать. Смотрите, сейчас вам покажу урон ТВ-мена Титана. Ой, не ТВ-мена, а камерамена. Если я выключу звук вот этот. Если я... Вот
Вот так вот я прокачался. Сейчас посмотрим, что сделать с таким уроном. Ну, ХП меньше. Ну, ХП так само, как и уроном. Интересный босс, интеллектуальный.